Северо-Восточная Сибирь. Наши дни. Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play, и мы продолжаем с вами играть в Rise of the Tomb Raider. Так, значит, мы в Сибири. Лара, ты там? Я в убежище. Иона? Иона! Если ты меня слышишь, возвращайся. Не пытайся меня искать. Жесть. Это моя миссия. Это вот как раз после того, как нас в самом начале сбило лавиной снежной. Значит, мы в Сибири ищем потерянный Китежград. Ладно, ищем искать какое-нибудь убежище и как бы нам обогреться. Нужно лагерь найти, я понял. Я все понял. Не останавливаться. Хорошо, хорошо, все будет хорошо. Идем. Давай, ты сможешь. Иди. Отлично. Тут можно съехать, скорее всего, нет? Старый просто лагерь. Идем. Этот. Так, так. Нужен костер. Чтобы сделать костер, собрать ресурсы, чтобы разжечь костер и построить убежище. Хорошо, нам нужно дерево, я понял. Вон там кусты, можно собрать, да? Ну, нам как раз они отмечены. Давай, 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 давай. Давай, поживи, поживи, согреешься. Так. Не спи, замерзнешь. Должно получиться. Отлично. На это что такое? Не хватит. Олень? Надо еще найти. Ремесленные компоненты для создания вещей, собирайте растения и шкуры животных. Волки. Так этого не хватало. Хорошо, хорошо, давай, давай, давай. Нужно разжечь костер. Нужно просто разжечь костер. К костру они не подойдут. Ух ты, блин, слушайте, как все прорисовано классно. Какие же молодцы, как они все суперски сделали. Игры становятся все более и более реалистичными. Просто супер, просто супер. Давай, давай, Ларочка, давай, 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 давай. Наши люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. О, сейчас мы себе лук смастерим. Самое любимое оружие Лары Крофт. Мне нужен лук покрепче. Сделаем. Как бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе Троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой. Окей, но как всегда, Лара через все приключения проходит в одиночку. Выберите для Лары костюм, который более всего подходит к ее приключению. Доступно несколько видов костюмов, они открываются по ходу игры за выполнение определенных заданий. Некоторые костюмы дают преимущество.
Давайте посмотрим, что у нас есть. Костюмы. Ну, а что такое? Хорошо, у нас пока нет костюмов никаких. Есть лук. Усиленные плечи. Прочные плечи повышают урон. Хорошо. Создано. Список ресурсов. Ткани, травы, шкуру, утиль, грибы, твердые древесины, перья, масло, кабаний жир, оленей рог, шкура экзотического зверя, магнезитовая руда, медвежья шкура, детали, византийские монеты, хромовая руда. Слушайте, как много здесь всего. Переключать оружие одного вида можно в меню оружия, понятно. А, что там, какие у нее костюмы-то есть? Ну, что-то это как-то сюда вообще не подходит. Окей. Синяя тенниска в снегах-то, вы издеваетесь. Вот у нас есть белая куртка. Походная куртка. Идеально для скалолазания. А это современная утепленная зимняя куртка в белых тонах. Светлые цвета помогают слиться за снежным ландшафтом. Вот это лучше всего, мне кажется. Возьмем ее. Здесь есть, конечно, дополнительные одежды в игре. Так что там у нас с навыками? Но я ничего не покупал. Боец охотника выживания. Что у нас бойцы есть? Толстая кожа. Получайте меньше урон от вражеских выстрелов и атак в ближнем бою. Взрывы и пламя наносят вам намного меньше урона. Выводите из строя врагов без брони во время, нажав F при уклонении. Убийца-эксперт, убив врага с бесшумным режимом, вы автоматически получаете его ресурсы, вам не придется его обыскивать. Слушайте, это прикольно. Это нам с вами сократит время на прохождение, это мы возьмем. Не придется так много бегать и осматривать трупы. Окей, для просмотра нажмите Tab. Хорошо, нам нужно попасть сюда. Ой, я чувствую, здесь много всего будет. Охота. Шкуры убитых животных пригодятся для изготовления снаряжения и костюмов. То есть в этой части нас будут просто заставлять, видимо, охотиться на животных, да? Ладно, что ж, придется охотиться. Твердая древесина. Здесь можем забраться. Нет, не хочет она здесь запрыгивать, я понял. Зато может быстро бегать. Это вообще класс. Вот это прикольно. Вот тут еще твердая древесина. Давай, собирай. Есть. Ну, понятно, это просто здесь вот спуск. Туда нам не нужно, там ничего не было. Пойдемте побегаем, поохотимся, посмотрим, что в округе есть. Будем разбираться с этой игрой. Что это такое? Это никак использовать нельзя. А, поэтому, типа, можно запрыгнуть сюда, подтянуться, сесть и отсюда осмотреться, что ли, да? Обычные стрелы, понятно. Это... что это там, птица и гнездо птицы, что ли? Ну, сбили мы его, хорошо. Ладно, потом разберемся, для чего мы это сделали. Здесь, да, нужна комета, понял. Комет у нас пока нету. О! Тут кто-то у нас замерз давным-давно. Что мы взяли? Ранцы географа помогают искать тайники с припасами, входы в пещеры и сейфы. Ага, понятно, то есть он нам на карте открыл разные вещи, ясно. Здесь пещера. Здесь веревка или что это? А, нет, это как раз перья из этого. Еще один. Из гнезда собрали. Угу, да так тут часами можно ползать все это собирать. Ты посмотри на это дело, сколько они сюда всего добавили, да? Понятно, так можно без остановки все это собирать, ясно. Давайте вот туда в пещеру сходим, посмотрим, что в ней. Давай побыстрее. Хорошо, прочно уничтожайте прочное заграждение выстрелами или взрывчаткой. Но у нас, наверное, нету сейчас ничего, чтобы его уничтожить, да? Что это такое? Магнезитовая руда. Выстрелами или взрывчаткой? Ну не из-за этого же выстрелами, конечно.
Нет, это ничего не даст. Можно было даже не пробовать. Ладно. Идем дальше осматриваться. Еще одно гнездо. Вон заяц. А мы можем, ну, чем-нибудь зайчика убить можем? Нет, он быстро бегает. Так. Ладно, бог с ними. Потом. Зайчиков жалко. Вот здесь у нас что-то, да? Аварийный тайник. Что это такое? Вон я вижу, он светится там. Что за аварийный тайник? Где-то рядом спрятан, но аварийный тайник. Найдите тайник и соберите предметы. Аварийный тайник состоит из множества полезных ресурсов. Ага. Ясно. И почему все деревья-то подсвечены, я не понимаю. Хорошо, еще что-то. Побоище в гробнице пророка многому меня научило. Мои братья мертвы, убиты все до единого. Последователи лжепророка гибли сотнями, но в конце концов они одержали победу. Я как мог запечатал вход в гробницу и сказал жителям соседней деревни, что пророк наконец-то мертв. И пусть держится подальше от этого места. На самом деле мне неизвестно, выжил ли пророк или нет. Но я следую за ними по пятам. От Ордена Троицы не уйти никому. Да, мы немножко русский язык выучили. Это прикольно. Да, я вообще ничего не могу сказать по поводу всех этих пророков и прочего, потому что мы с вами еще толком ничего не знаем, ничего не понимаем. Но, скорее всего, есть какой-то источник жизни, из которого они, видимо, черпают свои бессмертия. Но, блин, эту тематику уже, честно говоря, во многих произведениях, фильмах и сериалах обжевывали, что бессмертие к хорошему не приведет. Начнется тогда тотальный контроль за рождаемостью. Иначе люди будут размножаться, но не будут умирать. И у нас и так перенаселение очень большое. Так, вот там оленя вижу. Как ты выжил, мил мой, а? Ну, ему что-то совсем плохо, да? Да. Да-да-да, нам нужна звериная шкура, я все понял. Эти руины монгольские. Монгольские? А, ну ладно, хорошо, это возможно. Это мы прочитать пока не можем. Символы вроде бы монгольские, но что написано, не пойму. Это мы пока прочитать... Тихо. Троица, они здесь. Центр, как поняли? А, черт! Так, там медведь. О, черт! Что это было вообще? Медведь. Черт! Чтобы изготавливать стрелы, удерживайте левой кнопкой мыши. Ага, из дерева и перьев мы изготавливаем стрелы, понял. О, смотрите, с рогами какой, а? Это экземпляр, так экземпляр. Куда ты саданула? Вон он, вижу. Но мы в него попали. Он ранен. Есть. Уж извини меня, олень. Нам не нужна твоя шкура и рога. Что это там такое? Это какие-то растения. Нет, нельзя их собрать, да? А, она удерживать не может пока что долго, да? Ну, похоже, в ловушку загнали. Нет? Ну же. Давай, 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 давай. Вот он. Извини, пожалуйста, извини, Олеша. Извини, извини. Нельзя, нельзя оставлять подранков. Это правило охотников. Если ты ранил животное, нужно его добить, чтобы оно не мучилось. А у нас тут вопрос стоит о жизни и смерти. Так, хорошо. Что мы в лагере можем сделать? У нас новое очко навыков, да?
охотница. Получите шанс извлечь стрелы из тел врагов, убитых выстрелами из лука. Продлите время плавного прицеливания при усиленном выстреле из лука. Находите больше боеприпасов. При использовании инстинкта выживания животные подсвечиваются, крупные животные легко выследить, ориентируйтесь по следам, в том числе по следам крови. Давайте это возьмем. В прошлой игре это было абсолютно бесполезно, в первой части. А вот тут это пригодится. Все, отлично. Ну вот. Теперь вот зайцы подсвечиваются, да? Давайте глянем, что из него дадут. Наверное, одну шкурку всего. Да, всего одну шкурку дают. И детей оленей мы больше не будем убивать. Или самок оленей. Нам нужны рогатые особи. Вот типа вот такой. Так, как нам наверх подняться? Где-то вот тут, возможно. Есть. Поднялись. Теперь мы сможем по веревке туда пройти. Кстати, что-то там лежит, да? Ладно, потом разберемся. Тут карта. Карта — это хорошо. А что ты не отпускаешь? Изменили кнопку, с помощью которой она отпускает веревку. Окей. Вот здесь документ. Ага. Ну, туда мы пока попасть не можем. Ладно. Здесь мы с вами можем перья взять. И вот там почему-то все подсвечено, да? Ладно, бог с ним, с оленем. Пусть живет. Есть. Там вот деревья я вижу. Не разобьемся, надеюсь? Нет, не разобьемся. Отлично. Но это было рисково, конечно. Нам нужно еще стрел сделать. Есть, ладно. Ну... Ладно, беги, бог с тобой, не могу я тебя убить. Слишком уж я... Я животных люблю, блин. Вот это издевательство заставлять убивать животных в играх. Ну вы что? Как так можно, а? Твари бессердечные. Корона киевского князя. Как она здесь оказалась? Да ладно. Обалдеть. Корона киевского... князя. И мы, кстати, монгольский немножко выучили с вами. Давайте вот сюда пройдем. Нам нужно еще выучить монгольский, потому что мы там с вами не могли прочитать столб этот с рунами. Лазание по деревьям. А, ну да. Соответственно, мы отсюда теперь можем вот сюда. Снег замедляет вас, не дает выполнять некоторые действия. Я понял, хорошо. Так, секундочку. Вот здесь аварийный тайник какой-то. Да, ну ладно. Я надеюсь, у нас будет возможность вернуться. Разведотряд, говорит командный пункт. Так. Ответьте. Разведотряд, ответьте. В последнем сеансе связи у нас были помехи. Хороши помехи, в виде медведя. Мы потеряли связь с разведотрядом на южном хребте. Последний раз они были в монгольских развалинах. Собирайтесь и ждите указаний. Что? Черт. Давай. Оу, нас зацепили. Давай валим отсюда. Валим. Черт. Ау, надеюсь, что она была вкусная. Давай. Все, я понял фишку с глубоким снегом. Дважды мне объяснять не нужно. Я все понял. Тихо. Давай, лупай его. Давай, по морде, давай. Жесткач, беги. Куда? Уклониться нужно было. Ням-ням. Наверное, нужно было просто уклониться, да? Раз. Ёлы-палы. Черт.
Но его мы тоже хорошо подранили. Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Понятно. Тут еще и флешбеков добавили. Надо рану перевязать. Лекарственное средство. Так, а я помню эти кусты. Я видел такие кусты. Или мне показалось? Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Где нам ее с тобой взять? Значит, где-то там, понятно. Ух ты, там целая станция. Заброшенный комплекс времен Холодной войны. Какого черта тут делает Троица? Я чувствую, нам это предстоит выяснить. Сойдет. Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Понятно. Отыщите способ одолеть медведя. Все, я все понял. Но мы его тоже подранили, не только он нас. Конечно, не смертельно, но тоже очень неприятно. Пойдем посмотрим, что там с ним. Эти грибы. Это бледные поганки. Яд для стрел. Из них можно сделать яд. Так, давай. Есть. Вот там что-то было, да? Нет, нет, или мне показалось просто. Аварийный тайник, все понятно. Ладно. Главное, у нас есть ледорубы, это хорошо. Хотя мне показалось, что мы ледоруб у него в башке оставили. Так, что здесь у нас? Тиль. Ну, здесь немножко, да, по-другому все. Чем в первой части. Секунду, секунду, секунду. Аварийный тайник-то где-то тут. Вот здесь. Где аварийный тайник, я не понимаю. Нет, не тут. Здесь где-то под нами, да? Ну хорошо, ладно, давай спустимся, если ты так хочешь. Замечательно, мы спустились опять к этому столбу. Аварийный тайник, аварийный... Вот он, вот здесь вот зарыт, все ясно. Есть. Аварийный тайник мы с вами достали. Что мы можем сделать теперь? Нам нужно как-то... Попасть вот туда. Там что-то было, я помню, что-то лежало. Давай. Давай вот отсюда. Эх ты, блин. Эх ты, зараза. Прочитать мы не можем, да? Или можем? Письменность. Не могу разобрать. Нет, не можем. Нам нужно в пещеру туда. Хорошо. Здесь вроде ничего нету. Так, еще перья для стрел. Это лучше, чем птичек убивать. Как же нам туда попасть-то, а? Вон, вижу куст какой-то. А здесь у нас наш лагерь, да? Вот, я же говорил, что здесь были эти растения. Да, здесь наш лагерь. Кстати, этот документ мы с вами собрали? Ну да, вроде все собрано. Монолит не можем прочитать. Документ закрыт.
пещера, и здесь документ. Или не собрали мы его? Сейчас, ладно, секунду, мы можем что-то улучшить? Нет, в лагере мы с вами ничего сделать сейчас не можем. Ладно. Ну что прикольно, то что Лара теперь может кровотечение останавливать. Что раньше мы этого делать не могли. Так, ладно, если сюда, что нам это даст? Да, в принципе, ничего. Как же нам туда попасть-то? Как же нам туда попасть? Ну, я даже не знаю. Секунду. Мы можем попробовать сюда запрыгнуть. Что нам это с вами дает? Вот сюда и туда. Отлично, наконец-то мы сюда попали. Супер. Что это такое там было? Я не понял. Ладно. В общем, видимо, ничего важного. Видимо, просто ерунда какая-то. Тихо. Не надо разбиваться. Тихо. Вот здесь мы с вами не были. Или были? Нет, здесь мы были, ясно. Еще травы вот здесь. И нам нужно куда-то вот сюда попасть. Нет? Вот там, кстати, документ. А документ мы собрали? Ладно, я не помню, собрали ли мы документ или нет. Пойдемте сюда в пещеру. Здесь поганки, шикарно. А дальше там что? Еще поганки. Найдите тряпку. Нужно 2 из 3. Хорошо, ладно, найдем. Здесь руда. Давай. Есть. Еще руда там и здесь. И документ. Пророк и его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Мне неизвестно, куда они направляются, но, думаю, не знают и они сами. Но они понимают, что мы не дадим им покоя до тех пор, пока их ересь не будет вычищена под корень. Жители приграничья дают им убежище. Но что странно, они не выдают мне никаких полезных сведений. Я могу угрожать им гневом Троицы или приставлять кинжал к горлу. Они все равно молчат. И молча умирают, оставшись верными пророку. У него странное влияние на людей. Что ж, тем важнее заставить его замолчать. Ну так, вера. Ради веры многие готовы умереть. Вера дает надежду. Давай, здесь тоже соберем. Это нам явно пригодится. Все, вроде здесь все собрали с вами, да? А что у нас? Ну, здесь колючки, здесь пройти не можем. Это надо как-то сжечь, наверное. Ладно. Слушайте, хорошо, что в этой части теперь можно ускоренно бегать. Это просто отлично. А как понять, что мы собрали с вами документы? Они становятся серыми, да? Или нет? 2 из 6. Они, видимо, становятся серыми, если их собираешь. Давайте вот к этому сходим. Мы его не собрали, да? Вроде да. И вот он где-то вот тут, этот документ. Давай, подтянись. Да, точно, мы его не собрали. Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан — великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Все для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. И вот этим самым утром после стольких месяцев в горах мы увидели дома посреди зеленой долины, окруженной льдом. Мы нашли Китежград. Я пообещал хану великие богатства, ему этого было достаточно.
Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрем ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим. Прикольненько. Слушайте, как они смешно истории крутят, вертят, как хотят для своего сюжета. Ну что ж, давайте на этом завершим этот выпуск. Следующий продолжим с этого же места. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Надеюсь, что вижу вас в следующем выпуске.